Сейчас вот такой четкий заброс под траву. И все, и щука 100%. Вот она есть. О, вытворяет, смотрите-ка. Трюки-то какие. Всех приветствую, ребят. С вами Андрей, канал Рыбалка-Рыбалочка. И с Романом мы сегодня выехали. Канал за рыбалка. Канал за рыбалка. В общем, мы на Ишиме. Сегодня у нас Андрей будет показывать нам, как ловить щук на Ишиме. Потому что я сколько смотрю его видео, постоянно поражаюсь, где он их находит. Вот приехал посмотреть. Приехали поискать на новое местечко. Будем проводить разведку. В этом видео разыграем спиннинг, который предоставит нам Роман. Среди вас условия будут оглашены чуть-чуть попозже. Поэтому смотрите до конца, будет интересно. Погнали. Какая красота утром, а? Туманчик над рекой. Ну что, начинаем рыбалочку. Поставил релакс трехдюймовый в арбузном цвете. По спиннингу сегодня тестим Crazy Fish Aspen Steak. Это бюджетная моделька. В тесте 3.15. Лайтовая палочка. Среднего строя, 2.20 длина для лодки взял. На улицу дубак с самого утра. Было минус 4, когда приехали. Сейчас минус 1, наверное, около нуля. Но кольца замерзают. Лед на кольцах. Уже, в общем, зима скоро. Ничего не клюет. Вот она подобрала, как хорошо. Спиннинг гнется как. О, хорошая, ничего себе. Вот это хорошая. Вода чистая уже на Ишиме стала. Красота там вообще. Давай сюда. О! Вытворяет, смотрите-ка. Трюки-то какие. Хорошая, да. Вот это хорошая. Ну вот. Полторашечка пожаловала. Да. Вот так, на такой релаксик взяла. Классно работает. Частенько. Ну такая прям толстенькая, упитанная. Отлично. Что, взвешиваем ради интереса, да? А я говорю, что кило 550. Так. Кило 500 ровно. Ага, ни больше, ни меньше. Видите, какой глаз у меня точный. Сказал полторашечка, полторашечка и клюнула. Здесь, ребята, вот такое вот место. Выходит течение сильное. Русло уходит дальше. Здесь граница как раз с травой. А дальше вот это вот, все это заводь. Большая заводь.
И вот как раз на границе зачастую щука стоит. Тут малек крутится постоянно. Она его пасет. Перспективное очень место. Ну, соответственно, щука взяла. Спиннинг отработал хорошо. Ощущения приятные. Продолжаем рыбалку. Срезала хвост у этой приманки. У меня есть еще одна такая. Ну и похожие есть тоже. Вот так вот прикладываем. Двойничок ставим сюда. Проводим. И сквозь все тело теперь продеваем. Силикон достаточно жесткий. Но зато щука его сильно не терзает. Вот так вот. Ну и груз использую 8 грамм. На ишиме всегда я восьмерками ловлю. Если прям большая приманка, то можно ставить 10. А так 8 самый оптимальный вес. Крючки и грузики от Наутилуса. В описании будут ссылочки все. Интересные и полезные там со скидочками, поэтому смотрите, кому интересно. Вот здесь вот прям рыба кружится и кружится. Очень много. Но поклевки нету. Сейчас прям вот в щучье логово вон туда вот. Раз. Ой, холодно, хочется так перчатки одеть, но ощущения не те будут. Ого! Вот это красиво было. Ушла, что ли? Нет. Держится, на меня прет. Видите, я же говорю, в щучье логово сейчас забросим. Опять хорошая. Ух! Хорошая щука, ребят. Смотрите, ой, какая прелесть. Вот это она играет. Вот это да. Так, подсак Наутилус. В работу. Есть. Хорошенькая. В общем, сегодня щуке нравятся яркие цвета. Вот такие вот. Ну, отлично. Еще одна щучка. Окей, лушка чуть больше. Продолжаем. По проводке, ребят, все очень просто, как всегда. Значит, заброс. Вот так вот. Ждем, пока опустится приманка на дно. И начинаем равномерную проводку. Вот, пожалуйста. Эх ты. Есть, есть, есть. Смотрите, с одного места. Вторая. Вот это она сопротивляется сегодня. Как спиннинг гнется. Вот это кайф. Слушайте, а? Похолодание это хорошо повлияло. Ух ты, ушла. Вот такая же была опять рыба. Вот такая вот проводка. Я же говорю, в этой заводюшке сейчас будет щука стоять. Любит она такие места, любит. Ух! Адреналина хапнул. Адреналина хапнул, отлично. Ох, там щука плюхнулась. Вообще рыба сейчас предположительно стоит на глубоких участках и на перекатах, скорее всего, потому что мелочь сейчас скапливается, вся бель в стайке. Соответственно, хищник пасет их. Поэтому где бель, там и щука будет. И судак, и окунь. У нас обед. Накрылись поляну. Все как положено. Картошечка. Красота, уже слюни текут. Спонсор нашего видео. Ну так-то нормально было бы, да?
Ребята, отправляйте сыр, не стесняйтесь. Да. Рекламу сейчас, мощную сделаем. Сейчас снимем обзор сыра. Короче, всем приятного аппетита. Мы начинаем кушать. Так, пробираемся в следующую лужицу. Тут такой проходик. Вот, кстати, в таком проходе кит часто ловится тоже. Да, он глубокий. Вот туда надо кинуть пару раз. Рома тоже снимает. На канал его в описании будет ссылочка. Поэтому переходите и смотрите. Смотрите, ребят, как вода стелится. Красота. Как на американских горках почти. Ну там явно нормально. Вот она. Вместе с травой. Долго, в принципе, не сопротивлялась. Очень все живописно, красиво. Так, вот в таких вот ямках бывает щука стоит. Она через все течение проплывает, а потом останавливается, чтобы отдохнуть. Если здесь глубина есть чуть-чуть хотя бы. Ё-моё! Доигрался! Вот это экшен! Сплавляемся мы по руслу. И в основном оно все состоит из перекатов. Но есть вот такие вот ямки, немного округлой формы. В них щука тусуется. Вот это я чемпион! Я думаю, что мне там бьет? Это вот. Большую бы так цепануть за хвост. Весело было бы. Хочу показать свою рабочую коробку силиконовых приманок. Это не все, конечно. Так, самые основные, можно сказать. Ну, по нашим речкам. В основном я на Ишиме рыбачу. Значит, из самого рабочего. Вот такие вот модели релакса. Вот они же, это 3-дюймовые они все. Вот такие цвета, расцветочки. Ну, соответственно, кислота всегда. Ну, не всегда, но частенько работает. Белая 3 дюйма. Белая с красным, классика. Тоже релакс. Мансы вот эти хорошо работают. Такая расцветка, такая они и по судаку у меня отлично отработали. Вот такого вот типа приманки. Название не помню, какой-то шайнер вроде. Так, что еще? Ну, вот такие на перекатах работают частенько. Саламурки по судаку, понятное дело. Вот такие расцветки. Вот этот, это приманка Гелиус вроде. А тоже хорошо по судаку отработала в этом сезоне. Лонкер Сити. Вот такой вот натуралка. Классно работал в начале лета. Savage Gear. К сожалению, другие приманки закончились. Вот только пескарики остались. Я еще заказал. Так, ну и что тут? Да больше толком ничего и нету. Баксики всегда работают по судаку тоже. Короче, почти все приманки позаканчивались. Показать-то толком нечего. Ну, думаю, для кого-то будет полезно. Поклевки прекратились. Рома поставил белый силикон, я вот такой вот розоватый. Это от Релакс тоже какое-то там название, не помню.
пробуем. Вышли на широкое русло уже. Глубина тут метров до 3 в середине. А щука сейчас все-таки пасется на глубине. Как мы сегодня выяснили. Джиговая проводка чисто. Сейчас вот такой четкий заброс под траву. И все, и щука 100%. Вот она есть. Нормально, ну. Живем, живем. Ну надо же ловить что-то. Заброс, говорит, под траву. Я там кидал, кидал, не будет. Заброс под траву и все, ребят. Главное правильно сказать. Или лучше даже спеть. На пение тоже хорошо клюет. Имейте в виду. Вот подошли к такому мощному перекату. Вон он впереди. В таких местах щука стоит всегда, ребят. Обязательно обкидывайте. Вот она хорошая. Видите как? Говорю, стоит, всегда стоит. Она здесь пасет мелочь. О, это приличная прям щука. Хорошо сопротивляется. Спиннинг гнется, лайтовый. Ну, это хорошая, да. Вот она на перекате-то. Все как положено. На перекате всегда есть рыба. Круто вообще. Это сегодня щуки зверские. Ну вот, очередная рыба доставлена в лодку. Ну, на перекате тут, смотрите, какая она красивая, золотая рыбка. И заглатывает вся в шахту сегодня. Просто капец он. Так, важная новость насчет конкурса, насчет розыгрыша, который у нас сейчас стартует. Сейчас Рома расскажет. В общем, есть вот такая палочка Maximus Advisor Test 525, универсальная. Вот, хочу ее разыграть среди подписчиков Андрея. Условия простые. Подписаться на канал Андрея, перейти по ссылке в описании, подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Ну и написать комментарий. Какой комментарий напишем? Хочу спиннинг. Хочу спиннинг. Написать хочу спиннинг. И... Ну и рандомайзером выберем победителя. Спиннинг хороший. Итоги подводим через 2 недели, да? Да. Нормально. Пускай видео хорошенечно. Хорошечно наберет. Пускай видео хорошо наберет. И мы его разыграем. Все. А у меня, кстати, я буду разыгрывать второй спиннинг. Да, так что на его канал переходите, смотрите. И еще не забудьте открыть свои аккаунты в настройках, чтобы я мог посмотреть, подписаны ли вы на каналы или нет. Не забываем. Завершаем рыбалочку. Вышла она у нас сегодня отличной. Наловили рыбы, было очень много. И поклевок, и поимок. Щука разная, до 1,5 килограмма. Вот, в основном все отпустили, поймали, ну прям очень много поймали, вот чуть-чуть взяли таких вот